Здравствуйте, Ольга Владимировна. Сегодня мы собрались по какому поводу? Два вопроса. Основной вопрос – это старт акции Всероссийской Красной Гвардии. Да? А в старте примут волонтеры серебряного возраста в муниципальном звании Калинина. Кроме того, что в первый раз сегодня такой старт по нашей области. Мы конкретно вот собрались здесь. А потом продолжение планируем решение на зрительство этой проблемы. Это как бы первое занятие или будут еще другие? Она начинается 10 апреля и продлится по 22 июня. Именно в этой аудитории это будет одна встреча. А на других площадках, согласно графику, не менее чем 4-5 раз в месяц. Спасибо, удачи вам. Начала она шагать с Дальнего Востока. И я изучаю вот, руководителя, я вижу, там изучает информацию. Мы по времени самые... Но тем не менее, у нас уже прошло 3 старта. Все относятся, но большая часть, которые проходили, там были МФЦ, но именно сотрудники МФЦ, не посетители, нас попросили посетители не работать, они сидели и заполняли документы. И вот для начала слово предоставляется Надежде Анатольевне. Еще раз, кого не видела, приветствую вас и рада сообщить, как вы подтвердите слова Ольги Владимировны, что мы тоже объявляем старт акции «Красная гвоздика» на 10 дней раньше, чем в прошлые года. Я не буду вам сегодня рассказывать обучение, показывать презентацию. Уже мы столько много этого разместили и размещали. Уже с января месяца занимались подготовкой проведения этой акции. Поэтому я еще раз буду проводить, когда соберу команду в офисе, и мы будем обсуждать график дежурств, поэтому мы все равно еще это пробежимся и скажем все, что нужно. А сейчас я вам просто предлагаю принять участие, то есть стартануть все вместе со всей Россией и принять участие в акции «Красная гвоздика». Ваши пожертвования, если это наличка, вы можете сюда опустить в этот сейф, в этот прорезь. Вот. Если у вас нет с собой наличными, вы можете с помощью этого QR-кода через любой банк перевести эти денежки. Но взамен вы все равно получите такую гвоздичку, значок «Красная гвоздика». Что 25 числа, 25, 26, 27 в Калининградской области была делегация белорусская из Гродненской области в рамках большого проекта «Россия-Беларусь. Крепкое партнерство». Нам там предоставили возможность выступить, рассказать о нашем движении, предложить свой проект. Мы заранее это, естественно, знали и готовились. Выступили с докладом и у белорусской стороны появился интерес. После того, когда они вернулись домой в Белоруссию, на меня выходило 3 разных руководителя 3 разных организаций. 17 числа у нас будет прямой эфир несколько организаций в Белоруссии. Ресурсный центр, это где сейчас работает наш Денис, уважаемый Бельский. Вот. И я должна быть на этом эфире. Мы будем обсуждать один общий проект.